Блин, не, надо ехать туда, потому что не разберемся так. Арсений, ты не видел мой телефон? Не, не видела. А что ты такой довольный? Чё-чё, есть причина. Ладно, я пошел к Ване. Слышь, папа, чё Саша такой довольный? Чё, Арсений? А, не знаю. Может, десятку в школе получил. Так, ладно. Странно, за десятки в школе такой довольный. Не разберутся они без меня, поехал я. Эх, круто, завтра выходной, 9 мая. Стоп, завтра 9 мая. Папа, у Саши завтра день рождения. Уехал, блин, надо ему позвонить скорее. Сейчас папе позвоню, а то он забыл про Сашу на день рождения. И как мы без подарков? Папа, бери, бери, скорее, ну пап, давай. Ты как раз уехал, подарки купишь. Что же делать? Нельзя же Сашу оставить без подарка. О, часы мои. Карточки. У меня есть идея. Куплю-ка я Саше подарки. Точно, и организую праздничный стол. Так, что же ему подарить? Что же ему подарить? Даже и не знаю. О, вспомнил! Когда не знаешь, что подарить, лучше подарок – книга! Хотя, если бы мне книгу подарили, мне бы было чуть-чуть грустно. Что же ему подарить? Гироскутер есть, велик тоже есть, моцик есть. О, у его квадрика нету! Так, хотя подождите, зачем нам два квадроцикла? Я же ему и так даю кататься. У меня есть идея. Саньку же 12 лет исполняется. Подарю-ка я ему целых 12 нерфов. Нерфы. Так. О, вот этот вот крутой Саньку точно понадобится. И этот. Так. Арс, чем занимаешься? Ничем, Санек. Просто ютубчик смотрю. А, ну смотри. Чуть не увидел, пронесло. Так, уже 6 заказал. Так, мне вот этот бы понравился и Саньку тоже, потому что у нас таких нету. Снайперка! Fortnite как раз для Санька. Отличненько, 12 нерфов заказал. Так, что же еще купить? Нет уже ни одного продукта на праздничный стол. Ни торта, ничего. Надо быстренько ехать в магазин. Все хорошо, значит, шлем взял, ключи взял от квадрика. Можно ехать в магазин. Так, карточки в кармане. Заводим квадрик. Тащил. И еще питье. Ой. Так, это надо быстренько затащить в кладовку, чтобы Саша не увидел. Вот это я затарился. Ой. Ой, блин. Весь разорвался. О, мой телефон звонит. Алло? Да. Не-не-не, не надо домой звоносить. Я сам выйду, хорошо? Так, через 5 минут будете? Хорошо, я выхожу.
А то если Нерф домой занесут, то Санек все поймет. И сюрприз не получится. Лучше сам заберу. Отличненько доставили. Так, Саши нету. Тяжелющие. Пока тут поставлю. Пойду за второй партией. Так, нету. Блин, тяжелющие. А еще тут райвел новый. Вот Санек обрадуется, когда увидит райвел. Нету. Надо быстрее. Блин, тяжелющие эти нерфы. Блин, не помешаются. Ну ладно, сейчас прикрою их одеялом. Ух, все сделал. Так, осталось надуть те шарики и спрятать их тут и сделать завтра праздничную атмосферу. Ладно, пойду надувать. Это хорошо, что я вспомнил, что выходной завтра и праздник такой двойной. Сашин день рождения и 9 мая. Все готово, можно ложиться спать. Ой, как же я устал за сегодня. Один все для праздника готовил. Ох, все, буду спать. И шарики надул, и в магазин съездил, и подарки купил. Ой, ё-моё, как же я вчера поздно вернулся. О, солнышко светит. Выходной. 9 мая. 9 мая. У Санька же день рождения. Капец, сегодня все закрыто. Ни подарков, ни продуктов. Арс! У Санька же день рождения! Подожди. Так, я уже все подготовил, и продукты купил, и подарки. Арсений, а где ты бабки взял? Да вообще-то карточки твои нашел, и им оплатил все. И шарики, и продукты, и нерфы. Вау! Сколько нерфов, Арсений, крутяк! О, Арсений, ты меня спас. И продукты еще купил? В кладовке стоят 3 пакета. Ой, отлегло прямо от души, Арсений. Короче, давай тогда бери шарики и пошли Санька поздравлять. А нерфы накрой пока своим одеялом. Мы позже сюда привезем. О, отлично. Пошли, Арс. А у меня же сегодня день рождения. А почему меня никто не идет поздравлять? Походу забыли про мой день рождения. Санек, день рождения, поздравляем! Давай уши сюда, сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Саня, пошли! Сюрприз есть для тебя. Давай бегом. Только он у Арса в комнате. Пошли, посмотришь. Саня, смотри, Арс, давай снимай быстрее. Это все тебе, Санек. С днем рождения. Нерфы? Столько много? Тут 12 нерфов. Круто. Тебе же 12 лет исполнилось. Папа, можно я их пойду распаковывать? Конечно, давай, Санек. С днем рождения тебя еще раз! Ага. Не бери все, не утащишь, по 2 коробки бери. Какой шикарный подарок! Вот это у меня классный день рождения! А вы были на канале Брошоу. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Брошоу. Всем пока! А меня с днем рождения! Пока-пока!